Исповедь рэпера, искренне некуда. Хочу задеть этим выстрелом некоторых. Против Утона я плотно ебал в рот вас. Это скандал, словно Иран Контра. Иван Снейк, ты хотел мясо, кача хардкора, но сам не понял, как взялся за лапщик Пандоры. Змея или утка, ты, наверное, что-то перепутал. Где мои бабки, я не буду плясать по твою дудку. Я залью этот трек в сеть, но не сдам в таблицу. Говорить правду, а не пиздеть, таков мой принцип. Ты ждал хороших новостей, но здесь крипом не рады. И здесь ебаный батл, и блады проходят по блату. Я делаю песни без оклада, а ты с детства богатый. У тебя кровавый бизнес, продавец прокладок. За моей спиной вот он, там нет 200 амбалов. У меня есть только слово, но оно весит немало. Так совпало, забавно, пока МС бьются за баллы. За липовые лавры поют, как Влад Топалов. Дай мне срок, и этих проституток унесет. Дай мне 15 суток, и все. Они кусают мои уши, будто бы Майк Тайсон. Эй, контуженный, не путай, Майк, дай сюда. Эти мастера на сцене требуют, дайте шума. Я сдал мастерку в гардероб и требую, дайте шубу. Мишань, не надо мне вешать на уши вермишель. Мне жаль, король среди мышей, но в нашей паре ты мишень. Твой мозг работает как комп, но настолько старый, что в нем стоит видеокарта Родион Газманов. Тебе в ПТУ через час получили щат. Какая новая школа, ты же с училища. Твои фанаты верещат, им по 12, их кумиру певцу ща придется подвигаться. Что ты придумал нового, чужие стили примерил? Татарский ученый не может открыть двери. За нами правда, и зря ты не верил. Мы тебя поимели.